Лишь тот достоин будущего, кто свято чтит свое прошлое, для кого память предков воплощена в реальных делах. Горит вечный огонь памяти, как дань солдатам, навсегда шагнувшим от порога родного дома в бессмертие. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, захоронено 165 человек. Установлена фамилия на 29 человек. Скульптура установлена в 1957 году в селе Безлепкино. Памятник погибшим односельчанам. Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, захоронена и установлена фамилии 67 человек. Скульптура установлена в 1964 году в селе Заречье. Здесь родился герой Советского Союза Бородин Виктор Петрович. В книге памяти по Самарской области записано место гибели моего деда Сидорова Александра Ивановича, 1904 года рождения, красноармейца, Старая Русса, Новгородская область. Это был Северо-Западный фронт. Ромушевский коридор, Демеевская операция. Теперь хоть что-то знаю из этой глубокой воронки войны. То, что он воевал в 41-м году в 397-й Сарнинской, ранее Аткарской, Краснознаменной, ордена Кутузова второй степени стрелковой дивизии, на Калининском фронте, а в 42-м на Северо-Западном. Установить его место гибели помогли ребята из поискового отряда «Память» в Старой Руси. Благодарю их. Среди четырех мемориальных захоронений и могила деда. Надеюсь, что скоро увижу памятную табличку с его именем. 3 декабря. 42-го года. Это был день наступления 446-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии у деревни Андрюшин угол. После этой даты жизнь деда оборвалась. Но недавно я услышала звуки его трубы. И вот это письмо деда, наверное, тоже не приснилось. Рядовому стрелку, музыканту-трубачу, моему деду Сидорову Александру Ивановичу, погибшему 3 декабря 1942 года под Старой Руссой, посвящается. Ну, здравствуй, Таня. Штопаю кисет. Вот зацепил осколок прошлой ночью. Я в 38 белым стал, как дед, хотя я белый цвет люблю не очень. Проживин Мишка может подтвердить, что трусом не был твой недавний предок. Я на руках его успел остыть, шепнув про дочку, Натку и победу. Ах, пуля дура, ей-то все равно, кому дырявить тощие шинели, кого бросать на снега серебро, укрыв навечно в саване метели. А ты, Танюша, пой, что не допел, не дотрубил в своей последней ноте. Простите, что я смерть не углядел, так, может, вы за нас и допоете. Он, Мишка, плачет, мой вчерашний друг, скупые слезы с порохом глотая, ему досталось больше песен вьюг, под Сталинградом он дошел до края. Я сплю, и мне уже не встать. Простой солдат с застывшей фляжкой боли, траншея, как последняя кровать, теперь навеки с нами успокоит. Но в майский день плесните чарку мне и пироги с картошкой вместо хлеба. Ах, как хотелось, чтобы по весне я был бы дома, только надо в небо. И вот теперь я 70 лет, смотрю на вас с небесной синей крыши, ваш молодой, чуть-чуть геройский дед. Танюша, знаю, ты меня услышишь.
цветом. Крик роняют журавли под летом. Вы, журавки, в сентябре не кричите. Вдов солдатских на заре не будите. Вы, журавки, в сентябре не кричите. Вдов солдатских на заре не будите. Пусть они еще поспят до зарею. Хоть во сне своих солдат доцелуют. Пусть поверят, что весна к ним вернется. Паутинкой седина в косах вьется. Пусть поверят, что весна к ним вернется. Паутинкой седина в косах вьется. А любовь они хранят в сердце свято. Закрыты двери хат, знают сваты. А любовь они хранят, в сердце прячут. Только песни не молчат, песни плачут. А любовь они хранят, в сердце прячут. Только песни не молчат, песни плачут. Как же нам такой судьбой не гордиться? Нам бы верности такой поучиться. Разлила заря вдали в небе синем. Не вдов России. Разлила заря вдали в небе синем. Не будите, журавли, вдов России. Сергей Сухонин. Две сестры. Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот еще чуть-чуть и спасены. За холмом свои, а значит воля. Но рванула мина, сея смерть, позади идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младшей под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след, миллиграмм горячего металла, ватник цел, и крови тоже нет, только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится несладко, ручку дай, пора уже вставать, час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла, и котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала, лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб, папу с мамой немцы расстреляли. И откуда столько в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из 3-й роты. «Внученька», он только лишь сказал, «как же я тебя не уберег-то? В небесах закаты жгут костры и ветра свои роняют вздохи.
словно тихо плачут две сестры, искорки безжалостной эпохи.